Стальной охват России, привет. Валера, с Комсомольска на Амуре. Тебе огромный привет. Твои эспандеры. Спасибо большое за предоставленные эспандеры. 5 штук ты мне прислал. Я от Вано 2 эспандера пришли. База данных набирается, информация набирается. Людям будет, кто занимается хватом, кто решил себя посвятить там такому спорту, как хват, развитию силы хвата, там любого сдавливающего, поддерживающего и прочего. Будет интересная информация. Вот следующий эспандер от тебя. Десяточку. Мы только что 5 минут назад с ней закончили. С десяткой. Вот она. Левел 10. Я его в коробочку твою ставлю. Ну, а вот теперь вот, вот девяточка. Ну, с девятки уже сняты наклеечки прорезиненные. Поэтому здесь мы определимся вот по такой цифре 9 с точкой. То есть, где точка, так и читать. Значит, вот так вот надо смотреть. Девятка. Не шестерка. А девятка. Итак, девяточка от Гиллингхэма. Очень узнаваемый эспандер. Под пальцы. Нарезки на ручки и под ладонь. Давайте посмотрим расстояние, что у нас за девяточка такая. Ну, я не буду 72 миллиметра, 71,8. Не буду говорить там, какие параметры давал сам Гиллингхэм. Это вы сами можете все в интернете найти. Нам это как бы и не важно. 95,7. Поэтому нам интересны чистые цифры. 19,4. И пружинка 7,9. Пружинка кока 4. У кока 4 такая пружина. Вот она, 7,9. И намотка. Сейчас посмотрим. Намотка, наверное, тоже будет у кока 4. Но это, в общем-то, и бился аналогом. Да, вот она, 38,4 диаметр намотки. 38,5. Но это позиционировалась девятка как кок 4, альтернатива четверки коковской. Поэтому единственное, что разбеги по усилиям, ну, наверное, все-таки постабильнее у четверки, у кока. Это мой вывод такой. У девятки все-таки разбег побольше. Все включаем. Вот они, нули. Параметры все показаны. Ты помнишь, Валер, вчерашнюю калибровку. Опять же, ночь простоял, день продержался. С ВД-шкой посмотрим, что тут у нас покажет девятка. Поэтому еще сейчас. Значит, ну что, как и вчера я вам снимал, вы все это сейчас, ну, Валера, ты видел, Вано видел, больше никто не видел. Поэтому смотрите, закрыли мы ручки, опять же, не до конца, зазор у нас обязательно должен существовать, дабы я параметры не взлетели на калибраторе. Ну вот смотрите, какая девятка. Вот делайте выводы. 84,2. 92-94 кок 4. Насколько это совпадает по нагрузке? Ну понятно, что никак не совпадает. Это совсем другой эспандер. Это можно говорить там тяжелый кок 3,5. Ну или вообще супер облегченный. Девятка. Девятка там позиционировалась даже тяжелее четверки, а тут, видите, пока не получается. Вот так, Валер. Ну вчера я тебе эти же параметры показывал. ВД-шка ничего не дала. То есть все нормально с пружиной. Трение мы убрали. Ну пусть Комсомольц на Амуре сжимает. А мы будем за вами смотреть. Все, Валер, твой эспандер. Девятка с точкой. Десяточку мы с тобой посмотрели. Вот девяточка.
резиночки сняты. Вот такой эспандер. Вот два мы тебе откалибровали. Ребят, все, изучайте, смотрите. Вот десятка для чест краш, это для руки подойдет. Все, встречаемся в обители. Пока.